У умершего певца Бориса Моисеева остались квартиры в разных странах, но нет прямых наследников. Он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Как сообщает телеграм-канал «Непридуманные истории», перед смертью исполнитель оставил завещание, в котором указал, кто получит дорогие объекты недвижимости. Известно, что у Моисеева есть апартаменты в Москве на Садовом кольце стоимостью около 70 миллионов рублей. Еще одна квартира находится в латвийской Юрмале. Недвижимость оценивается примерно в 10 миллионах рублей. Также певец владел квартирой в Дубае на 102 этажа небоскреба за 300 тысяч долларов, 17,5 миллиона рублей, а также апартаментами в Болгарии за 7 миллионов рублей. Согласно завещанию артиста, недвижимость в Юрмале перейдет дочери Аллы Пугачевой, Кристине Арбакайте, с которой у Моисеева были особенно теплые отношения. Он с детства возил ее с собой в разные страны и называл своей дочкой. Московская квартира отойдет директору артиста Сергею Гороху, который продолжал заботиться о Борисе до самой смерти. Моисеев дружил со своим помощником около 30 лет. Отмечается, что у певца также есть два старших брата – Леонид и Марк. С Леонидом артист давно не общался. Маркс живет в Канаде и поддерживал общение с родственником, однако не приехал на его похороны. Моисеев решил, что ему должна достаться квартира в Болгарии. Однако, кто теперь владеет дорогой недвижимостью в ОАЭ, пока неизвестно.